Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение прохождения Horizon Zero Dawn. Так, чё, куда нам тут сегодня надо? Решил сегодня без вебки видос снять. Ну вот что-то так вот, решил снять сегодня без вебки. Так. Поле Павших, город Солнца. Чё за город Солнца? Вот здесь где-то, да? А, Олина в раскопках отыскать. Ну все, отлично, пошли искать Олина. В раскопках. Так, ну вот сюда мы тэпнемся. Сюда мы тэпнемся. Тэпнемся. Посмотрим, сгоняем, что там за кровь на камне. Так, стой здесь. Ну, тут вряд ли спрыгнуть, да, получится. Лучшему. Да беги давай. Прыгать лучше мы не будем. Это что? Так, а что у меня? А, нет, все, работаешь. Странно. Буду взяться за какой-то камень. Так, а это что еще за... Отлично просто. Не успел зайти, получил. Получил. Сваливай ее. Да сваливай ты, блядь. Фух. Жесткий какой-то противник попался. Ух ты, а ты не маленький. Давай, валим отсюда, ебать ее. Валим. Валим. Не, я все равно трофеи заберу. Я все равно заберу трофеи. Что, блядь?
него, блядь. Ему там дамага проходит, блядь, 3 копейки. Где? Да ну его нахуй. В пинду он. В пень, короче. Убейте ко мне грыза, ага. Ко мне грыз, блядь. Нихуя себе там. Убейте. Шутники, блядь, херовы. Потом убьем. Ну, маленький еще по... Маленький по уровню камнегрыза убивать еще что. Ерундой страдать-то. А. Типа мы длинной дорогой, да, пошли? Не хочу я длинной дорогой, пошли короткой. Не хочу длинной, пойдем короткой. Да, вроде помог. Слушай, блядь. Бесячая машина. Полезная штука. Ну, солнце, все кончено.
Долгоног, блядь, приставучий-то какой. Ой, долгоног. Там не грыз этот какой, блядь. Приставучий. Что-то мы золотое нашли, да? Нет. Я думал, что золотое было найдено. А хер-то там оказалось. Обманули. Электровосковой корень. Так, я сюда надо. Вот сюда надо бежать. Давай. Никогда не знаешь, когда пригодится. Лекарственные травки собирай. Так, там крокодилы эти. Блин. Ха. Так, а крокодилы, по-моему, это огнем хорошо убиваются. Да? Блять, да тут их тьма прям. Thank you.
Так, одного положили. Один покоц. Так, плыви. Один покоцанный. Так, с этими вроде разобрались. Костерочек. Тварина, блин. Вот сволочь. Сволочуга прям, сволочуга. Сами же нарываются. Вот сами нарываются эти твари.
Сейчас мы тебя нахер похороним, блять, сволочь. Чё? Это как он так голову сделал? Да блять. Черт, попкерри. Ну ладно, я хоть сохранился тут сейчас. С одним возиться. Ну, я надеюсь, что с одним. А, нет. С тремя, да? Пошли вы нахер. Идите вы нахер. У меня, блядь, нету аптечек никаких. Так, ну-ка. Изготовление. Зелья. Целебные зелья. Так, а что мне надо для изготовления? Сочное мясо и жирное мясо. Сочное и жирное мясо. Ну, это хоть как надо этих убивать. Кабанчиков, птичек, кроликов. Все, что попадется, убивать. Так, опять ты, блядь, куда-то убежал, хуй пойми куда. Опа. Все. Не заметил меня. Ага, не заметил. Вот она, дорожка замаскировалась. Кто-то, я думаю, мимо нее пробежал. Что за херня там? Так, это сектанты. Так. Yeah.
Ебать, а чё ты на меня-то напрыгнул? А? Слышь? Блин. Сука, еще сектанты. Чтоб вас... Чтоб вас падал. Точно, точно, надо быть как рыскари. Двадцатый уровень, говорите, да? Двадцатый уровень, значит. Хорошо ж. Ну что ж, хорошо ж. Прибереги, прибереги. Кошмар. Кошмар, да. Воплотятся худшие страхи наших врагов. Да, восстань. Охренеть. Они уничтожат только наших врагов и вернут нам земли, которых мы... У меня визор выключился. Обыщите все! Это лазутчики! Прости мне эту вольность, Элой. У меня не было выбора. Кто это? Доброжелатель. Их визоры отключились, но я не знаю, надолго ли. Теперь дело за тобой. Угу. Кто это? Доброжелатель же тебе сказали, что ты такая дурочка, блядь. Убейте захватчиков и сектантов. В смысле, вы что, ебабо, блядь? Вы серьезно?
Ёпта, тебя в тупике, что ли? Охеренно. Охеренная же уязвимость у них от огня прям. Так, что, наверное, спас сектантов надо будет начать. Попробуем с сектантов начать сперва, да? С сектантов. Та девчонка выжила? Блять, они что, с первого раза меня засекают. Так, а как отступать? И чё? Охереть. Я аж прифигел. Так. Стратегия действия. Не долетает.
О, блядь, я этого убил, Олина. Олин нам помогал, а я его убил. Ну, раньше надо было помогать, что я могу сказать. Ебать их. Трое, что ли, этих демонов. Блин. Все эти просралы и сам просрал. Да, блядь.
Блин, кто там еще эти? Сектанты долбаные. Огонька не осталось. Все. Фу, ладно, эту ру этого убили. Все, разобрались. Это было сложно. Слушай. Кого? Кого выслушать? Не понял. Понятнее, говорите, мужчина, к чему вы готовы. Выслушай. Ты второй раз это уже говоришь. Так, а где... Где еще обломки-то этого механоида сраного? А, вон тут что-то. Выслушай. Ты сколько будешь мне говорить, выслушай? Интересно, а я могу сейчас его просто убить? Ты пришла. Или не получится? К чему ты готов? Обещаю,
Я тебе все расскажу. Расскажешь. Меня хотели убить, потому что я похожа на другую. Где-то вдвое старше меня, короткие волосы. Кто она? Не знаю. Мой визор нашел ее образ в руинах в пределе мастера. Может, она там. Ты нашел ее образ в руинах? Как? Там была дверь. Рядом какое-то древнее устройство, и в нем был ее образ. В моем визоре отмечено место. Правда, похоже. Она твоя мать? Здесь я задаю вопросы. Убийцы на инициации. Кто они такие? Затмение. Какие-то фанатики. Сектанты. Культ Карха Тьмы. Карха Тьмы? Только они не похожи на Карха. Они не молятся солнцу, они поклоняются какому-то бесу. Их предрассудки меня не волнуют. О, это не предрассудки. Их бес настоящий. У него есть имя, голос. Просто ужасающий голос. Они ему послушны. Ты говоришь, у этого их беса есть имя? Аид. Так его зовут. Аид. И ты его слышал? Он говорил, клянусь, всего раз увидев тебя. Такой голос. Жуткий, ледяной гул, который скребет по костям и раздирает кишки. Как лязг железа. Только такого железа ни в одной кузне не выколоть. И что он сказал? Обнаружена угроза системе. Всего три слова. Но голосом беса. Что им нужно, этим сектантам, кроме меня? Они не сказали, но, по всей видимости, они хотят низвергнуть Авада и вернуть себе Меридиан. А я-то тут при чем? Да не знаю я. Там среди убийц был один такой высокий, сильный, мрачный. Гелис. Кто он такой? Ужас солнца. Когда он служил безумному королю, Азирам звали его оставляющий трупы. Увы, он пережил войну. И теперь возглавляет затмение. Знаешь, нет на свете человека опаснее его. Зачем затмение выкапывает старые машины? И как они их запускают? Я думал, им детали нужны. Но машины вернули к жизни. Вставили в тела какие-то устройства, чтобы Аид им что-то нашептал и позвал с того света. Мне такие уже попадались. Другие бывают? Да. Тех, что ты видела, зовут захватчиками. Есть и другие, куда крупнее, с арсеналом древнего оружия. Эти зовутся истребителями. Еще не видел, чтоб такие оживали, но теперь, боюсь, все возможно. Да уж. Они собирают армию. Если так, мир погибнет. И я помог вырыть могилу. Красавчик, ничего не скажешь. Как они тебя завербовали? Я знаю про твою семью, но почему тебя? Я был собирателем. Искал реликвии в разных темных местах. Но они решили, что я сгожусь как разведчик. Я шарил рядом с пределом мастера. А когда вылез, меня уже ждали. Увидев жреца, я засмеялся. Но потом он показал мне послание от Гелиса. И мне стало не до смеха. Они дали мне визор, чтобы следить за мной. И я подчинился. Ты же из Меридиана. Могли послать тебя убить Авада. Я не той породы, чтобы встречаться с королем солнцем. Но все, что говорили Эрза и Эрент, в затмении слышали через визор каждое слово. Я не мог тебя предупредить. Иначе они бы казнили мою семью. Ладно, хватит. Пора с этим покончить. Я не стану просить о пощаде. Но умоляю тебя, спаси мою семью. Я прошу. Где мне их искать? В моем визоре отмечено место. При них всегда стража. Но ты с ней явно справишься. Тебе придется совершить много добрых дел, чтобы загладить вину. Ты пощадишь меня? После всего, что я сделал? Да. Начни новую жизнь. Достойную. Я
Я до конца дней буду перед тобой в долгу. Отправляйся туда, где держат твою семью, и дождись меня. Начнешь новую жизнь с их спасения. Я недостоин, но сделаю все, чтобы ты не пожалела о решении. Я буду ждать тебя. Окей. Ого-го. Ого-го-го. Дофига тащиться, да? Дофига далеко. Так. Так, опыт. Резчик. Если вы освоите резчика. Ух ты, у меня 5 очков уже есть, ничего себе. А, резчик я. Сумки для ресурсов. Еще одно очко есть, да? Давай все-таки это выучим. Так, ну что, ладно. На сегодня предлагаю закончить. Или на этот раз предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.